Приветствую вас, вы находитесь на канале Asmodee Play. Играем в халву Half-Life Source. Как правильно сказать? Half-Life. Так. Half-Life. 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 Да не важно. Важно. Так. Да. Поздравляю. Вы не в танцах. Что-то не понял. Ой. Так, надо назад. Это что за хрень? Почему меня так избивают? Ай-яй-яй-яй-яй. Ты чё, сосиска, всё? Ну, наконец-то. Чё тут у меня есть что-нибудь? Целебное. Ой-ой-ой-ой-ой. Так-так-так. Грибочки-грибочки. И? Что-то надо сделать? Но я не знаю, что сюда положить по вечеру. Или это само так должно быть. Что надо сделать? Так. Раз, два. Раз, два. А что сделать надо с ними? Не понимаю. Может, что-то надо взять? Что-то где-то найти? Что-то где-то лежит? Что? Может, вот в этой штуке что-то есть? Нет? Или... А вон, смотрите, какие-то... Вот... Ну-ка... Да... Ну... Вау. А, надо поймать. Вот так. Все. Ой-ой-ой. Все по своим местам. Все по пещерам. Давайте посмотримся. Ой, ой, жук-жук-жук-жук пережук. Попал? Нет. Так, так не пойдет. Прокол сразу. Ва! Ну-ка, иди-ка в задницу. Тихо. Эй! Я могу от тебя вот так убегать? Где ты? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
Я тебя почти боюсь. Тихо, я ушел. Нет, не так. Так не пойдет. Энергия установлена до 69. Нет, так не пойдет. Надо как-то. А, вот оно, что, блин, да тут эти жуки, я их даже не заметил. Вот теперь. Тихо, зверь. Ты зверь или кто? Или кто? Или что ты? Да. Ну опять за мной. Так-то тебя боюсь. Ни хрена ты такая штука. Тихо. Что это такое? Да ё-моё. Смотрите. Вон они бегают, падают. Маленькие. Так. Тебя можно всаживать. Небольшой перелом. Обнаружены легкие ранения. Спокойно. Так. Ой-ой-ой. Блин, не так. О, принять ванну, выпить чашечку кофе. Что еще надо? Так, сохраниться. Так, оружие-то тут. Мне не добавит, я так понимаю. Надо быть поэкономнее или как? О, о. Энергия восстановлена до 75. Не опять с тобой воевать. Я куда-то попал. Э.
Да. Тихо. Не... Кто меня так ботанул? Где... А, это твари эти мелкие. Так, сохраниться. Тут есть что-нибудь лечебное? Ага. Вау. Энергия восстановлена до 6. Так, ну-ка назад. Назад, теперь я знаю. Назад. Энергия восстановлена до 60%. Так, сохраняемся. 80%. Вау, это же кайф. Так, значит, все-таки можно подзаправляться здесь. Ой, еще один. Да. Да, как же. Еще разок. Блин. Так ты меня поистрепаешь. Во. Ой, нифига себе, я упал. Я же не должен, по идее, так падать. О. И поехали, один заряд. Есть. 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 Ага. Что с тобой ждет? Мне бы еще и подлечиться можно? Пошли вы нахрен. Да? Да твари вы. А как туда попасть-то? Да. Ни хрена не попадаю. Вот так. О, с пердячим паром кое-как. А? Подарок. Давай, давай. Так, все. Сохранимся. И поехали. Где-то я. Что ты наделал? Так. Я должен здесь быть? Так.
Куда? Куда? Что это такое? Нифига. Что ты наделал? Что я наделал? Куда мне надо-то? Энергия восстановлена. Нет, так не пойдет. Туда упал, молодец. Энергия восстановлена до 30. О! Тут тоже можно вот этими штуками лечиться. Хорошо. Куда мне? Здесь что? Здесь что? Куда иду? Так я тебя видел. Сохранимся. Мне бы знать, куда идти, не показано же. Ух ты, зубы какие. Что-то не совсем понимаю. Ну-ка еще разок. Ну, должен, видимо, правильно идти, раз тут всякая штука растет. Хорошая штучка. Так, сохранимся. Куда мне? Кто дышал? Что-то прилетело. А, это ты, зверюга? Господи, ну ты-то мне как родной уже. Так, все взял. Вот так. Что-то я не понял. Вот эта штука вроде должна опуститься для меня. Нет? А я дальше смысл сюда идти было. Ой-ой-ой. А, вот это. Я застрял. Какая большая. Так, опускается. Никого нету на ней. Во-во-во-во-во-во. Нифига. Вот так.
Так, а мне вот туда надо, наверное. Вон на ту штуку крутится портал. Так, не по... Так, хорош ворот считать. Да, только зубы склацнули. Что ты наделал? Не понял. Только еще разок. Что ты наделал? Ой, что-то сверху пролетело. Так, а мне вот так надо спускаться по одной штучке, что ли? Блин, не то. Что ты наделал? А как вы на нее допрыгнете? Вау! Что ты наделал? Нифига не достал. Что ты наделал? Как до нее допрыгнуть-то? Или с нее сверху надо было все-таки прыгать как-то? А, вот, вот она крутится. Вот с той штуки, наверное, надо. Так. Да не на ту нажал-то. Не на то. Что-то еще взять успел. Где ты? Да? Твою ж мать, ты кто меня подбил? Что ты наделал? Нифига не так? Что ты наделал? Да не так. Что ты наделал? Вот так. Я буду думать, что так правильно. Все, никто не появляется больше пока. Блин, эти рыбы. Попасть-то. Что ты наделал?
Что-то я не могу понять, как мне туда попасть. Я решил. Блин, вот на такой херне, наверное, прокачусь. Если это, конечно, меня не убьет. Давай. Потому что других вариантов я не вижу. Опа, опа, опа. Перелетел. Что ты наделал? О, давай. Ой, что там было? Так, тут рядом со светильниками нет такой штуки, которая меня лечила бы. Давайте, ладно. Так, куда мне? Налево, направо. Так, там нора. И куда будем? Ну-ка. Ну, блин. Ты чё? Калич. Могу ли я в ту нору залезть? Так. В эту воду мне лучше не падать. Это я состояние понял. Состояние ухудшилось. Естественно. В каком мире живем? Состояние ухудшилось. Ой. Так. Еще два заряжай. Вот так. Ой-ой-ой. Все. Пока активности никто не проявил. Фу. Так, ладно, там дыра. Не сюда. Не сюда. О, мне отсюда. Валим, быстрее валим. Куда? Сюда валим. Бежим. Я даже не знаю, куда мне от него свалить-то. Так. Выманить-то мы его выманили. Блин, блински. Во-во-во-во. О, водичка. Давай, ну давай, ванночка. О, лечись. О, дверка. Как я тут все удачно пока нахожу-то. А кто в дверке? Вопрос вопросов. Давай быстрее. Так, сохранено. Оля. Ага. Кто еще? Так. А этот козел он там ходит. Ой-ой-ой. Блин, я его даже не видел. Если бы он не подал бы голос там. Так, а как мне его теперь обходить? Ладно. Тихо-тихо-тихо. Опа. А я попал сюда. Куда бегу? Куда бегу? Ну куда ты меня ведешь? А, вот ты меня куда ведешь? Бегом давай. Куда? Влево, вправо. Блин. Тут что-то есть. Уровень так. Энергии 100%.
А куда мне? В ту дыру. В ту дыру, да? Хоп. А-а-а. Маленько не так, конечно. Тихо. Ой. Да как так-то? Небольшой перелом. Ни хрена себе небольшой. Надо заново. Ни хрена себе небольшой. Заклювало меня. Тихо, тихо, тихо. Вот, вот сюда. Все. Так, какой я молодец. Так, что ты там на шум, значит, реагируешь, да? Так, вот он. Шум тебе. Вау. Чего я там взорвал-то? Господи, куда я бегу? Что, все? Энергия. Уровень энергии 100%. Это хорошо. Давай, куда меня заносят? О, это уже что-то технологическое, похоже. Уже что-то прогресс какой-то. Ой, не то. Это. Нифига. Я 100% был. Никого не вижу пока. Ладно. А, вон он. О, эта штука восстанавливается. А так она бесконечна. О, какая хорошая штука. Я, блин, что-то не подозревал даже. Так, что-то взял. Патроны. Ой. Что-то где-то. Так, мне сюда, я так понимаю. Поехали. Вот так. Вау. Это какая же экономия патронов-то выходит. Так, а что мы здесь сделаем? Нет, это не для меня. Хорошо. Так. Ага, можно еще выше подняться. Так, хорошо. Здесь нет, здесь нет. А, так мне только это и остается. Давай, спускайся. Такая штука такая. Вау. Как мультяшная косточка. Ва! Осторожней. Очень скользко. Что-то не понимаю. Не совсем понимаю. Куда это я? Чего это я? Что-то ни хрена не понял. Как я помер, не понял. Мне вообще туда надо же. Вот я больше не видел вариантов.
Давай, давай, давай. О, вау. Все правильно. Мне еще эта штука, да, голову? И за вас все. Так, на нее, ага, не залезть. Ну хорошо, давайте осмотримся. Поднимешься? О. Так. Нет. Вот так вот тебя. Куда? Что у нас здесь? Вот чуть не ушел. Можно поверху, можно по низу, что ли? Вот эта хрень бы потом меня преследовала, представляете бы. Но она меня и так вообще-то должна преследовать сейчас. Вот все. Избавились от нее. Вау, еще что-то взяли. Энергия восстановлена до 60%. Восстановлена до 80%. Так, что у нас здесь? Куда, куда, куда? Одна дорога-то. Нет, нифига. Давай, я уступлю тебе дорогу. Раз, бочонок. Два, бочонок. И быстренько перебежали. Ё-моё. Вот и все, и нету била. Да блядь. Вроде всех. Ни хрена не всех. Эту хрень летающую надо опять сбивать. Полетел. Куда хотел. Буйный ветер поднялся, буйный ветер поднялся, хер сучка оторвался, распушился, полетел, распушился, полетел, распушился, полетел и упал куда хотел. Девка улицу убила. Вот так вот с песнями да плясками прорываемся. Где-то, где-то опять. Ну давай, давай. Где ты?
Нормально. А вот сюда я упал. Горячая штука здесь по-любому. О, сейчас бочки только туда и падают эти. Так, еще выше подняться. Хорошо. Не спеша. Так, а как мне тут быть-то? Ни хрена себе! Вот это я здорово придумал. Хорошо, что я их до этого не разбивал. Так, там еще эта тварь летающая. Нифига не так. Ты-то мне не нужен. Все, так, эта проблема решена. Блин, да, в любом случае разбивать хорошо. Вот так их надо. Не давайте им опомниться. Блин, нет, нифига. Я не хочу его освобождать. Вот так. Тоже неплохо. Блин. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Твою ж мать, да ты как? В этих бочках, знаешь, вот такие мутанты сидят. Ну-ка, интересно, если вот так вот. Вау, не успел ничего сделать. Этот лом самый главный, по ходу дела. Да.
Вот так. И чтоб не хулиганили у меня. Я вас всех, падал, к ногтю прижму. Так, так, так. Не туда. Туда, туда. Придется взрывать. Я вот по этому случаю... Не-не-не-не-не, назад. Нифига не так. Ладно. О, точно, я ж забыл. Чё, я сиськи томну? На. Вот и все. Я уж забыл про них. Да. Назад. Убил. Любопытно. Да твою мать-то. Долго ты там еще будешь от меня маячить? О! Не одна ты. Блять. Все, успокоились. Твари. Ну, надеюсь, все. Там еще, правда, бочонок вот стоит. Так, это что? Это что? Это что? QR-код через плечо. Вау. Вот парнишка сидит за продажу QR-кода. Вел себя хорошо, вышел бы через полгода, но не выпустят его, так как нету QR-кода. Давай, давай потихонечку, вот так. Я же правильно иду? Правильно. Вот так. Блин, надо было... Знал бы, что это херня бесконечная, так налево-направо бы я стрелял. Ну, правда, у нее и убойности не очень. Давай, куда там? Нифига не так.
Кто? Ё-моё. Ничего, меня потрепали. Высоко. Так, вот, жизни. Давай, восстанавливай. Так, жизни восстановили. Куда дальше? А, во, вот куда дальше. Блин, а там этот чел стоит. Ладно, по порядочку будем. Где? Так, идем за жизнями. Так мне не прожить. Так, залечились. Сохранились. На второй этаж поднялись. Давай. Опа. Так. Сохранились. Вот я хочу там посмотреть, что там такое. Так, тут есть? Ну что посмотреть? Есть что-нибудь такое, что меня может привлечь? Ой. Оказывается, есть. Тут же несколько ходов. А, так они один и тот же ход. Так, куда-то я попал, чуть не упал. Так, еще выше. Блин, куда идти-то? Ну, не похоже, что-то один и тот же ход. Ну-ка. Это другой ход. Нет, тот же самый. Что вы там делали? Мне туда надо вообще? Ну-ка, давайте определимся, мне туда надо. Что там есть? Что-то я не понял, а как я там тогда прошел так же туда, опа. А, я на другую вышел.
Вау! Да твою ж мать-то, вроде ничего там нету, да? Как она сохранится перед, перед вот этой вот, чтобы не проделывать этот путь такой долгий. И огонь. Что тут, гранаты, мины, мины, гранаты, аптечка. Ну, неплохо. Короче, ничего не потерял, да? Ничего бы не потерял. Так. Только надо гранатами все это делать. Смотри. Ой-ой-ой. Блин. Нифига не так. А как мне тогда забрать-то там столько бомб? Я так понимаю, они мне пригодятся. О! Одна граната. Не жалко. Но зато сколько всего возьмем. Так. Это все взяли, все взяли, все взяли. Сохранились. Вниз спустились. Где вниз спуститься? Там вниз спуститься. Блин. Так. Вот так, вниз спустились. Добрали, чего нам не хватает. Или что, нам все хватает, все. И уходим. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Бьется родная, а в экстазе пылая. Владивосток 2000. Да, голос у меня не айс. Давай. Давай, давай. Опа. Опаньки. Да, потушеньки. Так, мне вот сюда надо будет прыгать. Опа. Все. Ничего себе. Откуда ты прилетел-то? Чудище. Вот так. А теперь давайте. Второй. Алекс Юстасу. Где? Вас же двое было. Трое. А ничего, что я вас
двойной картечью хренача. Могли бы проявить уважение и подохнуть, как оно того заслуживает. Спасибо. Так, это что, это мне туда надо? Ой, башка кружится. Где я? Итак, мы уже снова в другом мире. Прыжок. Ну давай. Заблокируйте. Заблокировал. Итак. Нихиланд. Все убило? Хорошо же так. Куда это я попал? Так, а мне... Нет, нифига, так не получится. Где тут? Когда вы меня покоцали-то? А как я восстанавливаться-то буду? Энергия восстановлена до 15%. Да что ее мать-то? Тут еще и не совсем видно, так куда прыгаешь. Энергия восстановлена до 45%. Вот сюда. Сюда, блин, ни хрена не видно, как она прыгается.
Пусть заряжена будет. Давай, куда там? Ага, иди сюда. Вот выступ. Позади меня был выступ. Вот сюда, давай, 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 давай. Отсюда. Вот он. Тут не видно же ни хрена, правда. Что у меня фонарика нет, я больше. Блять. Ничего страшного, вот. Фонарик есть, а ни хрен не видно, его сливается все. Итак. Блин, и меня убило. Как здорово. Чувствуешь, падла? Да тихо ты. Да, блядь, да как так-то? Где я на этот раз? Я так не согласен, подождите. Он меня так и будет по порталам мотать. Надо свалить туда, куда меня не достали бы порталы. Вот так вот. Нет, срочно вниз. Тихо! Твою ж мать-то! Вы чё, бля? Сговорились, что ли, все сегодня? Хо! Не так. Блять. Так, куда мне? Блять, мне на шар сесть как-то надо, что ли? Ну да, я так понимаю. Блять. Где еще шар есть? Ну, давайте посмотрим, как он меня доставит туда. Блин, блинский. Да не туда.
Нифига. Так, силу утратил, надеюсь. Куда мне? Вот сюда. Бля. Как мы? Нет. Хрена. Где это, блин? Где я вот опять оказался? С кем биться? Так. Перезаряжай. Вот так. Блин, наверх надо, что ли? От входа. Что под водой? Понятно, что с вами под водой. Так, ладно. Допустим, запомнили. Там вот ванночка есть, надо подлечиться. Тихо, тихо, тихо. Главное, по полу нормально ходит, а тут вот... Обнаружен серьезное внимание. Состояние критическое. Так, ванночки отсиделись. Люди-то, смотрите, до сюда доходили. Так. Не понял. Ты что, что-то не то? Вау, 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 не туда. Нет. Вот сейчас. Блин.
Ну, бестолково я мог бы себя мотнуть туда. Вот так. Подожди, я что-то не понял, где ты? Серьезный. Ничего не получилось? Или что? Почему я не попасть не могу? Я тебя долго гасил, тварь! На тебе! На! Да! Фух! Ну, давай, скажи, что нам? Он живем. Я взял на себя смелость разгрузить вас от оружия, тем более, что большинство его было собственностью правительства. Что же касается костюма, то я думаю, вы его заслужили. Скоро пограничный мир станет нашим, благодаря вам. Вы там неплохо поработали, я удивлен. Так ты какое-то чудовище, что ли, или что? Ни хрена себе. Так это было задумано заранее, что ли? Все вот это. Почему я тут, мистер Фриман? Я посоветовал вас моим работодателям, и они разрешили предложить вам работу. Они согласны, что у вас бесконечный потенциал. Твари какие. Они доказали, что вы человек действия. Поэтому я не думаю, что у вас будут долгие колебания. Что делать? Пойдите в портал, и я приму это за дар. Иначе мне придется тогда предложить вам безвыигрышный вариант. Хуже, чем то, что вы пришли. Ага, ничего ты, козлина-то какой. Ну ладно, это единственный мне вариант. Выбирать. А что, у меня есть выбор? Стоять здесь? Ну пошел нахер отсюда. Объект Фриман, статус принят на работу, ожидает назначения. Все? Ну да. Мы прошли, тогда было трудно, было непонятно. Босса кое-как загасил. Вот. Так что... Подписывайся на мой канал, ставим лайки и смотрим другие видео, которые, надеюсь, вам тоже понравятся. До свидания!